Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора. Итак, мы с вами пробрались через пещеры, которые, в которых полно было зомби. Вот, пробрались мы с вами почти на фабрику, ну, можно сказать, на фабрику, вот. В комментах вы написали, я спрашивал, что же такое маховая стрела. Маховая стрела, вы мне написали, что это стрела, такая стрела, которая... получается, делает вот, допустим, и вот из такого пола, делает мягкий пол, короче. Ну, то бишь, мы сможем по такому, если выстрелим маховой стрелой в этот пол, то сможем пройти с вами бесшумно. Вот. Дальше. Вы написали, что зомби просто так не убить. Их можно убить только святой водой. Ну, в принципе, это мы уже поняли из прошлой серии. Итак, ну давайте. Мне нужно пробраться, собственно, в тюрьму. Так. Давайте-ка здесь осмотримся. Так, 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 так. Что у нас здесь впереди получается? Впереди у нас, смотри, есть какая-то панель с рычагом. Так. Здесь ходит чувак. Я никто. Ты меня не видел? Я никто, и звать меня никак. Окей, ладно, давай вот здесь попробуем. Пойти. Так, кажется, бляха. Здесь тоже кто-то. Ну, теперь ничего не вижу. Ну, окей, допустим. Он не понял, что я здесь. Так, он, по-моему, сюда куда-то пошел, но здесь стена, в смысле? Ага, вон идет. Стой на месте и назови себя. Тихо, 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 я стою, стою, стою. Теперь ничего. Сюда ты пойдешь, нет? Так, погоди. Окей, вот здесь я в тени буду стоять. Сейчас он как раз здесь пойдет, и я его чпокну. И сюда. Все отлично. Так, куда бы тебя скинуть-то? Ладно, лежи здесь. В принципе, здесь темно. Так, окей, минус один охранник. Давай бы дальше, 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 дальше. Смотри, а здесь полотна такие молоты, да? У Баффарда там что-то было синие какие-то штуки. А тут у нас... Так, давай-ка мы их... Может, что интересное там за ними есть. Ничего нет. Кто там идет? Кто это сказал? Я ничего не говорил. Кто там идет, кто это сказал, короче. Так вот, так что святую воду... Водные стрелы, короче, я не знаю, как тратить. Либо их тратить на эти... На факелы, либо их тратить на... Штуки, короче, чтобы зомбарей убить. Блин, здесь молот. Да, кто это? Что-то я там пошумел. Сюда идет. Тень не скроет тебя навсегда. Че, ты сюда идешь, нет? Леха. Ну-ка. Фу, вырубил. Я думал, что он меня сейчас, короче, заметит. Если честно. Так, давай-ка его сюда же. Своему дружку. Так, он здесь один был? Блеха ходов, а. Слышал, там что-то кто-то нажал, походу. Ух
ты, ни хера себе. Кто там? Есть там кто? Тихо. Эту штуку могу повернуть, нет? Там опять с рычагом этот чувак ходит. Бляха, я хочу туда, где вот этот рычаг. Надо, короче, того вырубить. Хочу посмотреть, что рычаг откроет. Так, окей, давай стратим стрелу. Куда ты взялся? Стой! Куда он убежал? Нихера себе! Рубанул меня просто молотом. Ладно, окей. Пробуем еще раз. Я немножко там затупил, походу, получается. Так. Меня как-то вот осветило чем-то. Вот видишь, у меня как-то все равно освещает здесь. Мне надо. Бляха, идет сюда. Погоди, а он как, он пройдет? Вот здесь будет проходить? Вот нет, он по той стороне ходит. Так. Вон он. Так, как ты пойдешь? Короче, вот по этой стороне он не ходит, получается. О. Леха. Да как ты, блядь? О, ты-то кто? В смысле? Или это один и тот же? Надо быть поосторожнее. Да надо. Так, а куда это? Он опять убежал. Леха. Он на помощь побежал звать или чё? Да, тихо. Хрена. Я размажу тебе голову. Хорош бегать-то. Успокойся. Я вижу страх. Застрял. Все, он меня потерял, походу. Он вокруг побежал. Я найду тебя снова, негодяй. Давай, иди сюда. Давай, иди сюда. Я найду тебя, негодяй. Давай. Вообще, я так сохранюсь, короче, сразу. Сюда подходи. Тихо. Глядите в оба, я недавно видел чужака. Все. Вот она, священная троица. Так, окей. Еще вы писали то, что в моменте, когда молот расхерачил зомби на куски, короче, своим молотом, оказывается, у них молот освещен. Поэтому они, им насрать. Они могут, короче, зомбарей там фигачить налево и направо. Так. Понятно. Ага. Короче, я так полагаю, вот эта штука, она сейчас откроет. Да. А вот это что такое? Это без понятий.
Это что-то я там... А, вот это что ли запустил штуку? Так, а что это за штука? Так, куда я бегу? Фабрика, окей. Вот она, дорога на фабрику. А это что? Лифт? Мысли. Это что за лифт? Я найду тебя, вор. Я найду тебя, вор. Галя, что это за лифт? Тут кто-то есть. А, это обратно в пещеры, что ли? А, понятно. Вот здесь как раз он и убил этого зомбаря. Понятно, можно было по этому месту, короче, пройтись. Так, куда бы его положить-то? Пускай здесь лежит. Ладно, это место мне не нужно. Это место мы прошли. Поэтому давайте двигаться дальше на фабрику. То есть, в принципе, как бы дороги, они все равно ведут в одно место, хоть как бы ты ни старался. Так, окей. Мы там выглядывали где-то, да, и снизу, помните? Откуда-то? Непонятно откуда, правда? Так, ладно. Кто-то есть. Что это? Кто идет? Да, понятно. Стой, кто это там? И снова пошло вниз. Теперь ничего. Чего не делают? А, они, короче, смотри, делают молоты. Окей. Охренеть. Тихо, вот смотри. Это фабрика по производству молотов получается, да? Смотри, он сейчас заливает. Типа в эту для штуку для формы. Они поверху не ходят, нет? О, видал? Прикольно. Вон оттуда я выглядывал. Окей, понятно. В принципе, можно было рычаг не нажимать. Так, а мне что, вниз надо? Рычаг не нажимать, в принципе, можно было бы. Вот этого рубануть. А второй еще ходит. Эй, ты кто? Как? Где-то второй. Не знаю, что это было. Стой на месте и назови себя. Кто там? Есть там. Как мне их пойти-то? Один. Так, а там никого? Тут никто не... Ёпти мать. А, он как раз в тени лежит, смотри. В смысле кто? Я в тени стою. Как ты меня увидел? Никого нет.
все отлично. В смысле, еще кто-то есть? Я хочу вот этого взять. Откуда он прибежал? Это ты. О, бляха. Ему скоро конец. Никого нет. Тихо, тихо, тихо. Ларион сейчас сюда идет, да? Стой, кто ты? Че, так рано, что ли, нажал? Так, ладно, сейчас мы его вырубим. Так, вперед немножко. Шлепс. Все. Отдыхай. Теперь вот этого. Чтоб уж наверняка глаза не мозолил. Идешь сюда. И вот сюда. Отлично. Так, а где? Куда мне вообще идти? Я сейчас опять, смотри, наверх пойду, да? Да? Или мне по низу надо идти? Погоди-ка. Куда мне? Во, тюрьма. Ништяк. Ништяк. Вот и тюрьма. Так, Катя нас держит на четвертом блоке. Но я думаю, нам все равно нужно будет обшариваться еще, ну, везде. Кажется, эти гады никогда в жизни не встречались с несчастьем. Одно время я думал, что блок 4 уже никогда не заснет. Но сейчас все стихло. Мы найдем этого человека. Найдем. Смерть или проклятие найдут его. Ну он как раз здесь вот сейчас сказал то, что да, получается, Катя держит на четвертом этаже. Ой, на четвертом этаже. В четвертом блоке. Так, он меня не увидит? Если я вот так пройду сейчас. Стой на месте и назови себя. Ну, теперь ничего не вижу. Хорошо. Так, тюремный блок 3, тюремный блок 1, тюремный блок 2, 4, тюремный блок 2. В принципе, я думаю, надо будет все облазить. Поэтому, наверное, пойдем по порядку. Первый, второй, третий, четвертый. Скорее всего, да? Я думаю, так. Так, я правильно пошел первый, да, здесь? 1, 2, что-то. Это что, камера? Нихера себе. Окей, нормально. Тюремный блок 1. Нам вот сюда. Чего здесь? Проверитесь через шахты. Типа я выполнил. Окей. Теперь нам поиски Кати надо. А, помимо Кати. Смотри, мы знаем, что Катя находится в четвертом блоке. А остальные-то мы не знаем, где. Баса медвежатника мы не знаем, где искать. И попрошайку вот этого тоже мы не знаем, где искать. Поэтому придется все равно исследовать все. Я думаю, так. Так, это вот он, блок 1, да? Получается, окей. Хорошо. Хорошо. Ну тогда давайте на этом закончим, вот, дорогие друзья. Начнем уже, ну, я думаю, каждая серия там по блоку, наверное, получится, да? Вот. На этом я закончу. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока. И не забываем делиться с друзьями. Все.
Удачи.